Приветствую вас. Я полагаю, что момент немаловажный здесь заключается в том, что влюбленность в человека влечет за собой для вас некоторые негативные моменты, скорее всего. То есть это вот, ну, если бы этого не было, да, если бы это было не так, то вы бы просто позволили бы влюбленности быть, и все никаких проблем бы у вас не было. Так, поскольку вы вот не знаете, что вам делать, то есть вы поскольку сталкиваетесь с определенными блоками, да, с определенными, если хотите, переживаниями здесь, в этой части, вот, то совершенно очевидно, что у вас, помимо влюбленности, помимо влюбленность, есть что-то еще. И вот это вот что-то еще, оно вам как раз таки блокирует возможность свободного, естественного поведения. Вот, в ситуации, когда оно можно было бы просто как-то поступить. Вот, в соответствии с тем, что вы чувствуете, в соответствии с тем, что вам хочется, вот, в соответствии с тем, что вам, ну, к чему вы тяготеете и так далее. Вот. У вас этого, очевидно, не получается. Да? То есть вы, очевидно, этого не делаете. Вы, очевидно, так не поступаете. И вопрос, который вам нужно себе, на мой взгляд, задать, заключается в том, а что еще помимо влюбленности, что еще помимо влюбленности я чувствую. Что еще помимо влюбленности я ощущаю здесь, ну вот в своем таком состоянии, да, в своей такой вот, ну, в своем таком чувстве, что я влюбилась, например. Вот. И вот вам, вот примерно, вот, туда и нужно двигаться, вот, как мне кажется, на самом деле. Это, мне кажется, то, на что вам нужно обратить внимание. Вот. Такая вот история. И, соответственно, когда и если вы разберетесь в этом, разберетесь, собственно, в себе, да, разберетесь в том, что для вас, условно говоря, означает влюбленность. Вот. Что для вас она значит. Вот. А вы сможете уже решить, что делать. Да? То есть, ну, вы сможете решить для себя. Либо это у вас решение какого-то конфликта,
Вот, либо у вас это решение какой-то проблематики, вот, и тогда, соответственно, можно с молодым человеком, в принципе, в контакт не вступать. Вот, ну, то есть это, в общем-то, совершенно не обязательно делать, потому что все равно это не столько про него речь идет, сколько про вас. Вот. Либо, если это все-таки про вас, если это все-таки про ваши чувства к человеку, то в таком случае, безусловно, можно и нужно смотреть, как бы с человеком сблизиться. Вот. Но, повторюсь, важно вам увидеть все нюансы, важно вам постараться эти все нюансы определить. Вот. И уже исходя из этих нюансов двигаться. Вот. Потому что если решение будет принято без учета нюансов, вот, то вы можете, во-первых, страдать, во-вторых, получить не то, что хотите. Что опять же предполагает страдания, вот, к сожалению. Поэтому, если не хотите страдать, не хотите тратить время на какую-то деструкцию, да, вот, то я бы рекомендовал разобраться в себе. Вот, это можно сделать посредством терапии. Вот, можно сделать посредством психотерапии. Вот. И вам это, соответственно, поможет. Вот. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был для вас полезен. Надеюсь, вам это было интересно. Надеюсь, вам это было познавательно. Надеюсь, вы сделаете для себя определенные выводы. Отклик. О чем, я надеюсь, вы дадите мне, вот, в качестве обратной связи, вот, что послужит началом терапии. Желаю вам всего самого доброго и удачи.